В испанском регионе Валенсия пытаются справиться с лесным пожаром. Он уже уничтожил более 1000 гектаров территории. Власти обратились за помощью к военным. Теперь в общей сложности в тушении огня задействовано более 200 человек. Военные также направили 2 вертолета. Огонь полыхает рядом с природным парком. Пожарные пытаются не допустить его возгорания. Задачу осложняет изменчивая погода. Вчера мы посчитали, что пожар стабилизировался, но вечером ветер подул с запада и упала влажность. Так что нам снова пришлось бороться с ним всю ночь и утро. Он снова взят под контроль. Метеорологи прогнозируют в Валенсии сильный ветер и грозы. Это может снова осложнить ситуацию.